королева шпагатов эпатировала своих фанатов. 44-летняя Анастасия Волочкова поймала хайп на гибели людей в бассейне с сухим льдом. Балерина доказала, что, как и ее бывшая подруга Ксения Собчак, обожает пятницу 13-е. Волочкова вместе с бойфрендом повеселилась в столичном ресторане. Экс-прима Большого театра выбрала красный брючный костюм. Таинственный жених был одет в белую рубашку. Танцовщица показала плечо любимого мужчины, который сидел рядом с ней. Он подарил Анастасии большой букет белых роз. «Когда рядом плечо», — написала в Инстаграм Волочкова. Она привычно закрыла комментарии к посту. Светская львица показала и видео из ресторана. Балерина сняла дымящийся от сухого льда стол с изысканным ужином. Анастасия за кадром восторгается зрелищем и бойфрендом. «Я люблю тебя. Потому что ты самый лучший, самый любимый мой человек на земле», — восклицает она. Волочкова указала: «Праздник просто так». Увиденное шокировало подписчиков Инстадивы. Она не заблокировала комментарии, поэтому фолловеры смогли высказать эмоции. «Самый любимый человек на земле – это ваш ребенок. А мужчины, приходящие и потом, к сожалению, уходящие. Пусть ваша доченька это не услышит. Как хорошо, что дочь приняла верное решение уйти от этого цирка в другую, более интересную жизнь. Признание в любви под сухой лед – это так романтично. После последних событий страшно видеть сухой лед в помещении, и снова сухой лед, и пьяные вопли. Кому-то мало показалось, какая пошлятина. Кошмар. Опять пропаганда сухого льда. Настя, зачем вы это демонстрируете? Вы правда не понимаете опасность? Неужели вас жизнь ничему не учит?» — отметили фанаты балерины. Об опасности сухого льда стало широко известно после вечеринки блогера Екатерины Диденко. Тогда в ночь на 29 февраля в московском банном комплексе супруг именинницы засыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда, чтобы создать туман для эффектных фото. Химическая реакция привела к опасному распространению углекислого газа. Запрыгнувшие в бассейн люди начали задыхаться и терять сознание. Праздник закончился гибелью троих человек – Валентина Диденко и 25-летних друзей их семьи. Инстаблогер нашла мистическую связь между датами свадьбы и смерти мужа. Екатерина обвинила врачей в смерти людей. Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова в пятницу, 13 сентября. Молодожены эпатировали публику, прибыв в ЗАГС на катафалке. Волочкова призналась, что телеведущая приглашала ее выступить на свадьбе, однако она отказалась. Подруги уже несколько лет в ссоре.